Евангелие Иисуса Христа ясное и понятное, и Господь призывает каждого из нас повиноваться Его Евангелию, покаяться, отвернуться от своего греха и своих злых путей, креститься в воде и искать крещение в Святом Духе, искать Его присутствие, пребывающего в нас, чтобы исполнять только Его волю. Но люди, лукавя, придумывают так много своих Евангелий, так много своих путей поиска Бога. И они не находят Бога, потому что они не повинуются Евангелию Иисуса Христа. Все просто. Иисус открывает себя, являет себя тем, кто повинуется Его Евангелию, не тем, кто придумывает свои Евангелия поиска Бога. Все это на самом деле дела религии, которая уводит тебя от Иисуса. Дорогая душа, открой глаза к истине, проснись к истине. Есть только одно Евангелие, которое спасает. Есть только один путь, который ведет к вечной жизни. И начало его – это покаяние. Это раскаяние в своих грехах и своих путях. Это сокрушение. Это страдание своей жизни и своих делах. Это боль о том, что ты причинял боль Иисусу и людям вокруг тебя. Это печаль о всей своей прежней жизни. Это не просто молитва покаяния, которую придумали люди. Иисус не учил молитве покаяния, Он сказал «покайся и не греши больше». Покайся, оставь свои грехи и свои пути, оставь все это, будь серьезен относительно своего спасения. Это начало.